Знаете ли вы, кто такой Григорий Перельман? Он математик, решивший одну из семи задач тысячелетия — гипотезу Пуанкаре. Эта задача в топологии занимала умы математиков более века. Гипотеза Пуанкаре говорит о свойствах трехмерных многообразий. Перельман использовал инновационные методы для решения. Его работа была признана научным сообществом как прорыв. Ему предложили приз в $1 000 000 за это. Но он знаменит тем, что отказался от него. Перельман предпочел оставаться вне внимания СМИ. Его решение остается одним из величайших достижений в математике. Хотите узнать больше о подобных гениях? Подписывайтесь на наш канал для увлекательных историй.